Ребята, всем привет, меня зовут Илья, и сегодня мы поиграем в Doors. И сегодня у нас будет челлендж проходить игру сидя. Не вставать. Ну, разумеется, мы в шкафу, если мы будем выходить, мы всегда будем стоя выходить, поэтому... Не, а так, даже носите, ребят, носите, мы не будем вставать. Если, ребят, я встану все-таки, ну, значит, челлендж не засчитается. Эй! Сиди давай. Я все вижу, ребят, слышу. Я буду задом идти вот так тут. Эй. Так, ну ладно. У меня что-то подлагивает. Хотя нет, почему? У меня, ребят, есть витаминки. Это на всякий случай. Так, это восьмая. Девятая. Так. Одиннадцатая. Прогресс, ребята. Эй, а где ключ? А вон он. Там поди. Так, пошли. Ой, блин. Так, все, вот. Я, ребят, сел. Так. Эй. Пошли. Я тут. Вот отмычки. Путеводные, ребята, отмычки. Носики пригодятся. Нас только не амбуш. Нет. Ой, блин, я обосрался. Вот просто, ребята, я сейчас обосрался. В переносном смысле, ну, блин, страшно. Угу. У меня витаминки. Так, тут у нас креста нету, да? Да, ребят. Прикольно. Так, мне бы монетки бы. На крест. Или хотя бы на ключ с черепом. Эй. Все, ребят, он нарушил челлендж.
Мы ему, ребят, не засчитываем. Все, ребята, он нарушил челлендж, мы ему не засчитываем. Потому что, ребят, вы видели, он встал. О, ребята, лут. Свечка! Свечка, свечка, свечка. Свечка, ребята. Оп. Тут нет ничего. Так, ребят, ну что ж, пошли. Комната лута. Эй. Так. Это глазам. Блин, ребят, как мы сика будем сидя проходить? Я не понимаю. Да он поди пойдет, пройдет стоя. Я в этом не сомневаюсь. Да дай мне монету-то залутаться. Да, ребята, монетки нужны. О, ребята, о, ребята. Не представляю я. Ну ладно, пройдем сидя. Пофиг. Главное, что я жив. Ух. Это пофиг, ребят. Это пофиг. Это пофиг, что я специально через огонь прошел. Ух. О, ребята, капец. Это тяжело. Блин, если я бы не запомнил, но я прошел через огонь, потому что я уже боялся, я думаю, сейчас я сдохну. Поэтому, ребята, дай слутаться-то. Да где мои монеты? Так, ребят, пусть он откроет, я просто хочу залутать 49-ю комнату. Там же Раша не будет.
Да ёлки-палки. У меня 245 монет. Так. Я случайно встал. Но я же не пошел стоя, поэтому... Просто, ребят, думал, что я стою, поэтому я сел. Как не думайте, что я там что-то встал. Код 1 8 2 8 1 2 8 1 2 1 1 8 2 8 4. Блин. А мне не хватает 5 монет. Он же, ребят, выполняется. Так, пошли. Ребята, это комната лута. Так, спасибо за уведомление, которое мне пришло на телефоне. Теперь мне приходится опять... На ёлки-палки! Я, ребят... Опа-на. Ну, это хорошо, ребят. О, блин, фонарь бы мне купить. Ребята, может будет фонарь, ну блин, пожалуйста. Спасибо. А мне нет батарейки.
Нашли. 60. Так, он открыл. Так. Ну ладно, ребят, я буду ходить со свечкой на сотой двери, либо все-таки с жигой своей. Не знаю. По сути, от Сика я, ребят, убегу. Если все норм будет. Вот она. У меня еще одна витаминка. Это хорошо. Это просто класс. Вот, я не знаю, это... Так, у него тоже витаминка? У него тоже витаминка. Только не амбуш. Опа-на. Да ладно, лутай монеты свои. А, опа-на. А, ну ладно. Ну, не, как бы, ребят, стоять просто можно. Ну, тоже с мерой. Я же не пошел, ребята, стоя. Это я просто пошел после шкафа, я просто... А, точнее, на 50-й двери. Я просто не понял, я встал или нет. Поэтому я так и сделал. Так, какая дверь сейчас? О, ребята, а стоять нельзя. Ах ты. О, ребята, он не прошел. Да, к сожалению. О, ребята, жалко. О, нет, только не хал. Надеюсь, это витаминка. Блин. О, нет. О, ребята, как я хальт-то буду проходить?
Ребята! Хальт, придурок! Да ёлки-палки! Ну это невозможно! Спасибо, Хальт, лучше бамбуш бы был бы. Все, ребят, короче, ну 81-я дверь, прогресс нафиг. Ой, 93 монеты. Я потратил сегодня офигеть как много, потому что я еще ролик записывал первый раз, которым я зажигалку случайно вообще купил вместо витаминок. Короче, ребят, вот такой прогресс. Ну, извините, на хате. Я сначала подумала, думаю, он меня коцнет, интересно, или нет. Коцнул гад все-таки. Ну что ж, ребят, вот спасибо всем за просмотр. Всем пока.